вашего внимания. Пока там все равно идет путешествие в другие миры, поэтому мы их ждать долго не будем, да? Мне хочется спросить у вас, как вы себя чувствуете сейчас после вот такой интеграции? Головешка болит. Головешка болит, хорошо. А состояние какое? Как бы ты его описала? Никак. Никак. Хорошо. Не описуемо, наверное, лечь хочется. Лечь, поспать. Может быть, даже поспать. Угу. Покушать хочется? Нет. Просто поспать. Угу. Хорошо. Скажи, что ты. Я всегда бодро чувствую, но как по каких-то таких вот... Еще не понял ничего, но бодро. Еще ничего не понял, но бодр. Да, ну бодр. То есть как-то она меня повоздействовала, а как я еще не понял ничего. Угу. Ну и вопрос, например, когда вот мы проходили по неким классикам, да? Да. То есть, грубо говоря, возник какой-то образ некий, да? Когда его начали нанизывать, например, он обесцветился. Такое может быть. То есть, такое, да. Мне так комфортно. Да, не нужно, тут фишка в чем? Когда вы проходите, не нужно их специально трансформировать, возвращать или там что-то с ними делать. Вот это идет процесс бессознательно, это символический процесс. Мы не можем знать, как он проинтегрируется, а что он выльется. Понимаешь? Вот если это так, потом, он еще, я очень вам рекомендую, там завтра, например, утром вспомнить этот образ и заметить те изменения, которые с ним произошли за ночь, например. Почему? Образ, потому, который в конце мы... Образ, который спроинтегрировался, ядро вот это вы собрали. Замечайте, пожалуйста, что меняется, как меняется ваше отношение к окружающим, к ситуациям. Замечайте, как другие люди изменяют к вам свои отношения. Потому что это все вам предстоит увидеть, лицезреть. Скажи, я хотела твой комментарий дать. Да, ну состояние такое вот, какое-то умиротворенность, ну, то есть спокойное. Спокойно. Да, да. Ага. Но у меня вот вопрос, у меня последние как бы два образа, вот они, ну когда уже в общем, я их не видела, ну то есть вообще, ну как бы, они не вписывались. Они не вписывались? И что произошло дальше? То, что я вот когда вернулись в ядро, что произошло? Их не было, да? Да, первых четыре вот только. Да, они как-то совместились во что-то новое, нет? Первые четыре. Ну, в общее. В общее. Да. А последние два дня? Я тебе хочу сказать, что пока ты будешь там добираться домой как-то, да? Ты все-таки позволь себе, пока ты будешь ехать, идти, проинтегрировать эти образы, включая и изъян, и тень. Пусть это будет такой бессознательный процесс, пусть он там вращается. Понимаете, когда я говорю нанизывать или там проинтегрировать, это не значит, что у вас должна быть картинка, на которой изображено все то, что вы там видели. Это может трансформироваться совершенно неожиданным образом. То есть у вас было солнышко, тапочки, там, не знаю, пушок, да, а в итоге возникла железная дорога. Так тоже может быть. Это новое ядро. Ему просто нужно дать проявиться, дать прожить. И удерживаем, пожалуйста, вот эти образы, изъяны и тени, какие они у тебя были. Потому что мы склонны от этого отказываться. Почему их шесть? Почему вот изъян и тень все-таки здесь присутствуют? Потому что без того, чтобы это осознать в себе и как-то включить в себя, мы не переходим на следующий уровень. Увы. Да, или к счастью, наверное. То есть, и теперь с этой всей хренью нужно взлететь. Ну вот как-то так. Если один из образов доминирует. Хорошо, но он изменился? Ну да. Ну как, он изменился, просто в него как бы вписалось. Да, хорошо. Я же говорю, дайте возможность этому еще проинтегрироваться. Процесс на самом деле не сиюминутный. Это не так, что щелкнули и все произошло. Нет. Это будет еще продолжаться какой-то время. У каждого просто в своем темпе. Ну что у вас получилось, девушки? Интересно получилось. Что получилось? Ну, как-то в конце, когда со всеми шестью образами, да, вернулись в ядро, образ вообще изменился, и появился новый какой-то образ, совершенно новый какой-то образ. Если тогда они там собирались, вот, то в первом... Ну, в общем, потом он изменился. Совсем изменился. Ощущение какое при этом в теле? Ага.
Ну, приятной гибкости образовалась. Я поняла, как мое ядро связано со всеми этими факторами. Вот, вот, когда я зашла снова в цифру 1, у меня вдруг озарение было, что как в каждом из этих образов присутствует самый первый. И причинно-следственной связи обнаружилась. Разум не отключается никак. Да, да, ему хочется все понять. Да. Хорошо. Я прошу теперь прямо сейчас вас подумать об этом новом интегрированном образе, который у вас возник. У кого-то возник, у кого-то продолжает возникать. Вот то, что вы можете перед собой сейчас удерживать, этот образ. Пожалуйста, заметьте, когда вы это созерцаете, когда это перед вами, какие ощущения в вашем теле возникают и в теле? И я предлагаю вам этот образ каким-то образом пустить в свое тело там, где ему место. Там, где вы готовы его принять. И продолжая переживать этот процесс, все скажите себе искренне спасибо внутри себя. Поблагодарите. Времени мы уже ограничены совсем, уже мы даже вышли за него, поэтому мне хочется вам пожелать дальнейших успешных трансформаций, нахождения своего ядра. Если вам тяжело, депрессивно, страшно, вы паникуете, еще что-то, вспоминайте вот это состояние центрирования. Угу. Просто вдохните и войдите. Это то состояние, которое позволяет разобраться со многими вещами. И вспоминайте, пожалуйста, что у вас теперь есть новая проинтегрированная идентичность. И что, может быть, она еще, может быть, где-то слаба, где-то она еще продолжает интегрироваться. Но замечайте, как она будет влиять на ваши ситуации, отношения, на ваше состояние. Все. Пока. Спасибо. И приходите еще, наше мастер путешествие, что надо.